Друзья, всем добрый день. Пока появилась минута свободного времени, решил высказать свою позицию по поводу ИК-19 в Волгограде, где террористы захватили сотрудников и некоторых из них убили. Вот как сегодня пишут издания МЭШ, и на самом деле это очень важно. Значит, оказывается, в этом ИК свободно можно было приобрести сотовый телефон, начиная там от кнопочного и заканчивая айфона. Какие-то там самогонные аппараты там какие-то они там давали, чтобы они могли там себе какой-то там спиртное себе там делать там. То есть продавалось все, что хотелось, на любой вкус. И вот что это, друзья, это разве не коррупция? Скажите, пожалуйста. Это разве не тотальная коррупция? Мне кажется, это коррупция. Вот то, что хотели, то и, в принципе, получается, получили. Ну, в принципе, получается вот так. Вот я считаю, как, если каждый руководитель в каждой песочнице будет наводить свой порядок, не будет брать взятки, не будет вступать ни в какие сговоры с этими, так сказать, назовем, преступниками, то тогда будет везде порядок. А сейчас получается что? Сейчас получается картина такая, что мы боремся с последствиями, когда все уже произошло. То есть сами у себя расплодили эту коррупцию, давали возможность, как МЭШ пишет, я не утверждаю, возможность пользоваться телефонами, какими-то там благами за деньги. И получается, сами довели до такого состояния, что эти жулики могли взять в руки ножи и захватить практически там СИН. Но я считаю, что в этом вопросе нужно разобраться, и разобраться на уровне руководства СИН России. Потому что это уже второй случай за последние там полгода. Мы с вами помним ситуацию в Ростовской области. Там практически ситуация аналогичная была. Но, слава богу, там хоть сотрудники не пострадали. Мое мнение такое, что нужно все-таки уже наводить порядок в этой структуре, потому что уже невозможно смотреть, как убивают сотрудников, уголовники, ваххабиты, назовем так их, да? Как режут наших сотрудников, друзья. Но мне кажется, уже пора уже в этом ведомстве как бы навести порядок. Нам хватило Министерства обороны, видите, что творится. Миллиарды непонятно куда ушли и где осели. И сейчас мы опять боремся с последствиями. И опять же, вот вовсе не здесь, понимаете. То этого с браслетами там этого, как вот там, зам Синами, руководители задержали там какие-то деньги, там миллиарды своровал, там Реймер этот. Теперь сейчас вот до такого состояния довели, что уголовники начинают в руки брать ножи и режут наших сотрудников. Я считаю, что нужно здесь уже к этому вопросу, наши, так сказать, компетентные органы, контролирующие органы, должны к этому вопросу подойти уже чуть-чуть по-другому. И мы должны с вами увидеть как минимум какие-то посадки, а не просто разговоры, и просто там поговорили и забыли. Потому что есть последствия, где убили наших ребят. На видео видно, что там перерезали горло, там парень молодой там умер там потом в больнице. Поэтому я считаю, что за этих людей как минимум кто-то должен понести ответственность. В том числе и руководители, которые там не обеспечили, так сказать, порядок, а организовали какой-то бардак. Да, друзья, заходите ко мне в социальные сети, в Телеграм, в ВК. Я сейчас ссылочку выложу здесь. Подписывайтесь. Ссылка будет по первым комментариям. Если меня не можете найти здесь, в комментариях, то тогда просто Виталий Бородин. Телеграм, в Яндексе забивайте, ко мне заходите, подписывайтесь и оттуда переходите в ВК. Будем с вами общаться.